Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Я надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости. А в этом видео я хочу поговорить про то, а как же работать со стрессом. Стресс на самом деле очень сильный, мощный, триггерный фактор, который запускает целую цепочку нарушений в женском организме. Начиная от лишнего веса, заканчивая нерегулярным менструальным циклом, бесплодием и всеми вытекающими из этого ситуациями. Также стресс, помимо этого, запускает и процессы старения в организме, поэтому, конечно же, обязательно со стрессовой реакцией всегда нужно работать. Одно дело, когда это стресс у вас разовый какой-то, другое дело, когда постоянный хронический стресс в организме. И большинство женщин, к сожалению, живет в состоянии постоянной хронической стрессовой реакции. Конечно, с такими ситуациями обязательно нужно справляться и нужно работать. Итак, что же вообще помогает работать со стрессом, то есть как справляться в таких ситуациях? В первую очередь, конечно же, я рекомендую подключить то, что вас переключает, то, что вас вдохновляет, это могут быть, во-первых, различные медитативные практики, йоги, дыхательная гимнастика. Это также различные другие виды спорта, потому что, как всем известно, физическая активность очень хорошо нас переключает от стресса. Это может быть бег, это может быть плавание, занятия в спортзале. То есть вы выбираете любой вид физической активности на свой вкус и цвет, как говорится. Также очень важно при работе со стрессом, конечно же, полноценно высыпаться, потому что если вы не высыпаетесь, опять же, это усугубляет ситуацию стресса, и организму очень сложно выбраться из этого состояния. Я напомню, что женщинам обязательно нужно ложиться до 23 часов, и продолжительность сна должна составлять примерно от 7 до 9 часов. Обязательно необходимо сбалансированно питаться, чтобы организм дополучал нужные ему нутриенты для того, чтобы он работал слаженно и без сбоев. Обязательно выпивайте достаточное количество чистой воды в день. Я напомню, что объем необходимой чистой воды каждому организму он высчитывается индивидуально, исходя из цифры 30 мл на килограмм веса. Летом, особенно в жаркую погоду, эта цифра, конечно же, может быть увеличена. Также обязательно займитесь тем, что вас переключает от стресса. Это могут быть различные хобби, какие-то занятия для души. Помимо этого, у нас есть целый арсенал прекрасных нутрицептиков, которые хорошо справляются со стрессом, такие как магний, валерьяна, габа и так далее. Но, конечно, здесь лучше уже консультироваться с врачом, чтобы доктор мог подобрать нутрицептики, исходя из вашего состояния. Если вы не можете самостоятельно справиться со стрессовой реакцией, у нас есть такие прекрасные специалисты, как психологи, психотерапевты, которые очень хорошо помогают справляться со стрессовыми ситуациями. Поэтому не стесняйтесь, обязательно обращайтесь, и это все в комплексе вам даст очень хорошие результаты. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. А если вы хотите получать еще больше интересной информации о женском здоровье, рада буду видеть вас в своем телеграм-канале. У меня всегда там очень интересно. Для того, чтобы попасть в мой канал, переходите по ссылочке под этим видео. А я желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!